Всем привет! И сегодня у нас на тест-драйве Lada Vesta Sport в максимальной комплектации. И сегодня на один день автомобиль приехал в Чебоксары. Мне предоставилась такая честь его протестировать и рассказать свои впечатления, ну и, естественно, передать свои ощущения вам. Сегодня мы полностью протестируем этот автомобиль. Надеюсь, мне удастся побить заводские показатели. Автомобиль, как видите, у нас максимальная комплектация, потому что спорт — это всегда максимальная комплектация. 1.8 на механике, 145 лошадиных сил. У нас, обратите внимание, расширенные крылья, 17-е колеса, фирменный обвес. В общем-то, по комплектации тоже все самое максимальное. Механическая коробка передач, естественно. У нас самое главное — отечественные узлы и агрегаты основные. То есть это коробка и двигатель здесь отечественного производства. Соответственно, прям вот наш русский мощный красивый седан. Смотрится действительно он очень круто, потому что 17-е колеса, машина чуть занижена, потому что, ну, под технику я немножечко потом расскажу. Придают вот эти вот расширители крыльев свою, свою такую нотку в дизайн. Это как вот у RS6, например, да, расширенные крылья. Но это круто. То есть круто, это пластик. Цвет очень интересный такой. Цвет есть, кстати, и у RS-ок тоже, если вы знаете, и у Стингера. Цвет очень идет этому автомобилю. Вообще, сам по себе Vesta всегда смотрелась круто на кросс, классно смотрится. Даже Vesta на больших колесах смотрится. А вот Vesta просто... Вот это она просто шедеврально, потому что, на мой взгляд, лучшее, что вот могли сделать с дизайном, они сделали. Занизили красивые бампера, сзади небольшой спойлерочек. Единственное, вот мне кажется, что все-таки сзади вот с этим бампером как-то они немножечко намудрили. То есть поменьше бы красного я, двойной выхлоп можно было бы здесь не делать. Зачем это нужно? Потому что двигатель стоит поперек. Вот, и это нелогично, двойной выхлоп здесь. Можно было просто сделать там две красивые трубы, там две с одной стороны, и смотрелось бы намного симпатичнее. Так, на мой взгляд, бампер немножечко перегружен, потому что вот этот вот стоп-сигнал, например, красная линия, и вот это вот насадки, они немножечко утяжеляют. И вот эти вот такие, так скажем, искусственные дефлекторы тоже здесь немножечко не в тему. Но так, в общем, машина смотрится классно. Колеса, конечно же, здесь добавляют ауры этому автомобилю. Итак, под капотом у нас сразу же, конечно же, выделяется и основное изменение. Это иная система впуска, то есть воздушный фильтр у нас совершенно другой. То есть здесь ярко отметили прям Lada Sport, что это сделали. Мы действительно переделали систему впуска, ну, как бы холодный впуск. Соответственно, у нас воздух забирается вот отсюда, идет гуфра вот сюда и прям фильтр. Ну, говорят, что это прибавляет там 5-6 лошадей, но на самом деле, мне кажется, это не особо влияет на что-то и такой кардинальной переделки. Ну, может быть, это симпатичнее смотрится или там для визуального внешнего вида, потому что как-то вот по-другому все. Мотор у нас тоже немножечко доработанный. Это 1.8, 145 сил, 9.5, по-моему, там стоят валы, фазовращатель. Ну, в общем-то, нормальный объемный двигатель, наш такой уже проверенный. Ничего с ним страшного не произойдет, на мой взгляд, все-таки. Далее, по подвеске, значит, у нас стоят иные амортизаторы, у нас стоят пружины другие, поворотный кулак сам по себе другой. Самое интересное в этом автомобиле — это тормоза, потому что у нас 300-миллиметровые тормозные диски. У нас другой суппорт, он переделанный абсолютно по-другому, ну, вообще он слит по-другому. Вот. И это самые большие тормоза, которые когда-либо официально с завода устанавливались на вас. То есть даже, по-моему, 290 у Калина NFR, по-моему, 290 или 280 миллиметров. Здесь действительно они так смотрятся даже с 17-ми колесами внушительно. Задние тормоза от Vesta Cross универсала. Заранее можно сказать, что тормозить машина будет просто гениально, с учетом того, что достаточно большие тормоза, а автомобиль сам достаточно легкий. По кузову ничего не усиливали, ничего не усиливали, она и так жестче, чем 18 тысяч ньютон-метров, по-моему, там накручение у нее, жесткость. Поэтому ничего не дорабатывали, нет никаких распорок, никаких дополнительных каких-то растяжек. Все классно, потому что сама по себе Vesta мне всегда нравилась, как рулилась, потому что действительно есть и комфорт, и мягкость, есть рулежка, вот, есть энергоемкость. На мой взгляд, основная задача правильного подхода, я еще на ней не ездил, я не знаю, но все же добавить спортивности, но вот пофигизм с плохим дорогам, ну, лучше бы оставить, потому что энергоемкость все-таки я бы не трогал этот. Ну, плюс тут стоят 17-е колеса, тоже такой интересный выбор, все-таки 145 лошадей, тяжеловато будет автомобилю. К сожалению, коробка такая же, нет ни блокировок, ничего, все у нас по-стандартному. Давайте посмотрим салон. По салону здесь нет никаких изменений, на нем мы не будем зацикливаться. Единственное, что выдает, это вот Vesta Sport фирменное сиденье. Тут вот очень странное комбинированное, я даже не знаю, как это назвать. В общем, я так понимаю, что это дермантин. По высоте, кстати, регулируется.
Вроде как Алькантара, красная строчка. Ну, в общем-то, сидеть на них удобно, в общем. Смотрятся они интересно. Красные вставки я бы убрал. Потом, опять же, руль с прошитой строчкой красной, с красным центровиком. Ну и рычаг тоже немножечко перешит. Да, перешит. Ну и самая отличительная черта – это черный потолок. Сразу лакшери в машине. Прям кайфово здесь. И максимальная комплектация для Веста. Обогрев лобового стекла, однозонный климат-контроль, отключение системы стабилизации вынесено. Прям как будто с лаунча тут каждый день все люди ездят. Так что давайте прокатимся наконец-то на ней. Итак, ну что, заводим наш... Сейчас заехали просто камеру взять. Но я первый раз за рулем этого автомобиля. Такой приятный выхлоп чувствуется. Там не 1,5, 8 клапанов. Прям. Так, первое. Ну, очень легко машину с места. Я давно, кстати, на механике не ездил. Руль очень приятный с таким центровиком красным. Видно, что спортивный. На самом деле, мы как сейчас сюда подъехали, эта машина просто привлекает всех. Все владельцы Вест, Грант, они подходят и смотрят. Но действительно, машина симпатичная смотрится. Особенно, когда она едет ходом. То есть, вот эти расширенные крылья, как, знаете, вот, как обычная А6 и R6, там универсал. Пошире, пониже. Ну, подвеска, кстати, не, я думал, что она будет такая зажатая. Она вот сейчас приезжаем... Такие неровности, и она более-менее отрабатывается, с учетом того, что вчера там на ней она участвовала в гонках, причем машина одна участвовала в гонках, а гонщиков было много, и уже чуть-чуть что-то там, скорее всего, стойки стабилизаторов у нас стучат, амортизаторы вряд ли они так убили, но там вчера прям, ой, жестко прям на ней. Моторчик интересный, тормоза охрененные просто, тормоза вот прям супер. Прям можно дозировать усилия. Если тут действительно 145 лошадей, Веста должна, ну вот, например, те же самые Шестнари, там на валах 145 сил, восьмерки, девятки. Несмотря на то, что они, конечно, чуть полегче, секунд 7-8 она должна ехать, по моим приблизительным подсчетам. Но она задушенная. А мощности не хватает, как будто вот хочется немножечко раскрыть. То есть, мне кажется, здесь обязательно нужно катализатор убирать и ставить более злой выхлоп, но она не, как бы не едет на 145 сил, на мой взгляд. Сейчас мы, конечно, замерим еще раз. Мотор не выкручивается. То есть, понятно, что есть низы, есть объем, есть ускорение. Но вот сейчас газ фо, может быть, я, конечно, надо переключать передачи почаще попробовать. Но вообще, сейчас посмотрим. Вот у нас сзади едет Санта-Фе 200 сил, дизельный. Интересно, вот успеет он сейчас за нами или нет. Приятный очень усилитель руля. Не очень легкий, информативный. Мне нравится. Хочется более звонкого выкручивания на верхах. Тормоза вообще шикарные, просто долбанешься. Что это сейчас гол? Там ходок. А, давай. 200 сил Санта-Фе, которые теоретически до сотки, по-моему, едут быстрее. Надо посмотреть сейчас. Не, надо срочно здесь выхлоп ставить, она быстрее поедет. Не очень удобная, но ее как-то мотает из стороны в сторону под газом. Очень азартная тачка. Прям на ней хочется ехать быстро, а подвеска, несмотря на то, что она уже у нас тут убитая, просто гениально отрабатывает неровности, и можно ехать по нашим российским дорогам очень быстро. Очень хорошее соотношение жесткости, управляемости, и все же, как она проглатывает неровности, мне очень нравится. И в отличие от других тазов, ты прекрасно понимаешь, от Калина, от Приора, что все-таки здесь колесная база побольше, и машина действительно, ну, как-то более
породисто рулится за счет колесной базы, более устойчивая. Нет ощущения какой-то трясущейся табуретки, как на Калине спорт, как на Гранте спорт. Простите, пожалуйста. У него просто Гранта спорт, но действительно, вот прям хочется на ней ехать очень быстро. Ходы бы чуть коробки, пока кулисы покороче поставить. Прям много теряю на переключениях. Хотя она не так укороченная по сравнению с стандартной версией. Но все равно чувствуется прям. Но тормоза охрененные, просто вообще. Ну, машина, конечно, сама по себе легкая, не, тут не надо там шестипоршней никаких. Достаточно просто большой тормозной диск. Тут потенциал, тут можно на этом же просто поставить выхлоп уже нормальный. И все, она, и больше ничего не надо. Ну и блокировку я бы сюда добавил, чтобы с поворота быстрее выходить. Винчивается изумительно машина. Тишка, конечно, не хватает. Ну а так мне очень нравится. Она классно рулится. Моторы бы чуть-чуть прям чтоб прет. Вот это вот было. Ну, собственно, здесь этот как его. Мотор все равно должен раскрыться немножко. Ну он сколько сейчас? Ну он раскроется, да. Ну прям вообще шикарно. Прям хочется ехать быстро, и реально приятно на ней ездить быстро. Реально очень круто машину собрали. То, как она рулится, обычно эта Веста мне всегда нравилась, то, что она реально устойчивая, мягкая, и причем у нее офигенная рулежка. А это вообще просто вышаг. От ГТР столько удовольствия иногда не получаешь, вот как от нее. Потому что действительно борьба какая-то вот за результат. Вот смотрите, вот кайф просто, и она держится. Под снос идет, под газом, но тем не менее, под сброс газа, сейчас она шопу завернула и выходит, кайф просто. По плохой дороге, это не идеальная дорога, это заплатки, асфальт, а на треке на хорошей резине она реально будет показывать хороший результат. Супер! Итак, ребята, значит, сейчас будем ехать на максимальный результат. Звук на GoPro, я в машине один. Климат выключил. Пробуем систему. Отключаем стабилизацию. Нет, вот так. Попробуем с 4000. Пошла. Так, еще раз пробуем. Пошла. 9,9. К сожалению, у нас не очень получилось записать правильно звук, поэтому делаем это еще раз. Значит, что касается этого автомобиля, то это, безусловно, классный, сбалансированный, комфортный в какой-то мере и спортивный автомобиль. Но, как я поговорил с менеджерами, они, естественно, не ставят продажи на большие продажи этого автомобиля, потому что, ну, максимум там вот у нас по городу там 2-3 машины за год они продадут. На мой взгляд, это имиджевый автомобиль, чтобы показать, чтобы АвтоВАЗ решил, которым АвтоВАЗ решил показать, что такое, когда Веста красивая, быстрая и правильно управляется. Мне кажется, это как GTR у Nissan, да, то есть что-то вот это более демонстрационная модель, потому что вот для молодого парня, даже который любит тюнинг, доработку, они же не стремятся к конечному результату. Представляете, вот обычная Веста, ну сколько она стоит, там 520 тысяч рублей на механике, и у него 350 тысяч бюджет на тюнинг. Это же какой кайф, вы просто подумайте. Это же новые компоненты, новые результаты, и в этом вся суть тюнинга, именно поэтому этот автомобиль, конечно же, не будут продавать и не планируют какой-то массовый рост продаж из-за выхода этой модели. А так, в принципе, автомобиль получился очень сбалансированным, азартным и который вот просто дарит удовольствие за рулем. Спасибо вам большое за внимание, ставьте лайки и до встречи!